Теперь немного насчет точечек на экране. Да, мы когда-то видели картинки, где на экран приходят точечки. В случае со светом на экран приходит весь свет как бы сразу, и он образует максимум и минимум таким образом, да, то есть он весь свет освещает просто определенные зоны экрана. Он не приходит точечками, он приходит сразу весь свет везде. Но про точечки и даже про свет и про немного другие вещи мы поговорим чуть позже, когда мы посмотрим на этот эксперимент немножко по-другому. Сейчас самое главное, на экране от света появляются линии, которые, у которых есть максимумы и минимумы, и что-то между ними тоже, но мне это сложно нарисовать. Это главная идея.